свой поступок, я обязуюсь больше так не поступать. Извиняюсь за свой поступок. За каждое свое сказанное слово. Че, ребят, довольны? Толпой напали, только толпой и могут, как крысы, ждите ответку. Ребят, я никого крысами... Я крысами никого не называл, больше не буду. Я удалю все. Я все удаляю. Извините. Скандал с обезумевшим кавказцем на днях произошел в Перми. Как рассказывают очевидцы, бородатый преступник начал есть продукцию в зале, не оплатив ее. Кассир сделала ему замечание, на что он начал материться и кричать. После этого уже девушка достала телефон и начала снимать происходящее, тогда агрессия вылилась и на нее. У этой истории уже есть интересное продолжение. Оказалось, что в нестандартной ситуации он ведет себя не так нагло и уверенно. После этих событий к нему подошли представители гражданского общества. Уточнить, почему он позволяет себе такое поведение в общественных местах, вследствие чего у специалиста активировался ген осторожности и он решил извиниться. Позже данный бородатый мужчина почувствовал себя уверенно и продолжил оскорблять и угрожать людям, но и это ощущение было обманчивым. Когда к нему пришли второй раз и предложили воплотить его угрозы в жизнь, он снова извинился снова. Надеемся, это будет поучительным уроком для всех, кто считает, что может оскорблять людей безнаказанно.